Вдохновляющий рост. Люди, города, экономики. Такова главная тема 12-го Астанинского экономического форума. В течение двух дней, 16 по 17 мая, в столице Казахстана, в городе Нур-Султан, глобальные лидеры и ведущие международные эксперты соберутся вместе для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и выработки рекомендаций по их решению для Казахстана. В этом году в форуме примут участие около 5000 человек. Половина из них – зарубежные делегаты из более чем 100 стран мира. Многие из них – известные политики и эксперты, заслуженные деятели и даже лауреаты Нобелевской премии. Участие таких спикеров – показатель не только растущего интереса к самому мероприятию, но и символ готовности к открытому диалогу и взаимному сотрудничеству. Традиционно на полях Астанинского экономического форума служба центральных коммуникаций открывает свою информационную площадку для организации выездных пресс-конференций с участием организаторов и экспертов форума. Повестка включает обсуждение ключевых вопросов мировой экономики, развитие новых отраслей промышленности и технологии, а также глобальных вызовов, стоящих перед Казахстаном и другими странами мира. Мы ждем всех представителей СМИ в Конгресс-центре Экспо на выездной площадке СЦК. Прямые трансляции наших пресс-конференций вы можете смотреть в эфире телеканала «Хабар-24», а также на официальной странице СЦК в Фейсбуке.